Радуюсь, что в Херсон приходят такие традиции интересные. Вот создали первый осередок рыцарей в Ковумба. Рыцарей, это по-русски будет первое отделение или ячейку, можно перевести. И тут вот фотография, и они пишут, что посвящение мужчин-католиков в рыцари Ковумба состоялось 3 апреля в деревянном храме святых Кирилла и Мефодия, что при монастыре святого Владимира Великого. Этот новая ячейка основана для Херсонского и Скадовского деканатов Одесского экзархата УКГЦ. Было принято 10 братьев, среди них священники экзархату, отец Владимир Цяпко, декан Скадовский, отец Игорь Макар, декан Херсонский, отец Богдан Демидась. Капелланом осередку было обрано Юрия Странянского. Но этих фамилий я не слышал. Может, там они известны в других сферах религиозных. Инициация божественной литургии. Потом была презентация, обряд посвящения, которую провел советник рыцарев Ковумба в Украине Микола Мостовяк. И вот общее фото сделали. Тут они ссылаются на сайт вот этой церкви. Вот это официальное сообщение. Вот это створено перший осередок. Ихний информационный ресурс греко-католической церкви. И что тут вот ихний церковный календарь. Відсутня старинка. Новости. Патриком Дебуа в Херсоне створено. Владыка. Ну, католики есть, там у них, как говорится, своя. А вот открыть фотографию покрупнее, увеличить ее. Ну, вот с этими лентами они. Может, кто-то узнает знакомых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Или это, или вот... Вот это 10 человек. 10 человек все есть. Видите, и новостные сайты об этом написали. Но рыцарь, это тут в Википедии значение сословия раньше было. Королева Англии посвящает в рыцари у себя. Ну что, берут там титулы, там многие сейчас известные люди. И лишение рыцарского может быть. С одной стороны, чего, если дают такой титул, что не взять? Так же ж, в наше время дают, бери. Уже кончилось все морализаторство у всех. Есть возможность. Ну так вот оно, краткое определение, видите. Рыцарь – средневековый дворянский почетный титул в Европе. Рыцарство, как военное и земледельческое сословие, возникло у франков в связи с переходом в 8 веке от народного пешего войска к конному войску вассалов. Но у нас есть в Херсоне еще князья настоящие. Так что тут по-нашему может тоже и князя получить титул или барона. Я не знаю, что тут больше к нам, князь-барон, хотя у славян там, наверное, князь, а в религиозной – волхв. Ну, что тут у нас? Смотрите, думайте о жизни. Главное всегда быть человеком, оставаться во всех ситуациях.